Приветствую вас, Ирина. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишете про то, что с одной стороны у вас есть некая такая идеальная правильная жизнь, с другой стороны есть некое эмоциональное влечение, да? И вы знаете, вот я думаю, что вам обратить бы внимание на то, как подобная штука, подобная история могла у вас возникнуть. То есть как вышло, как получилось так, что вот при том, что вы, как вы говорите, получили правильное образование, правильное воспитание, простите, правильное воспитание. Вот. При том, что вы получили правильное воспитание, как получилось так, что у вас появились чувства к этому человеку. Ну, совершенно очевидно, что если чувства к человеку появились, значит, что вашего своего мужа вы, получается, не любите. Если вы его не любите, значит, вы вообще выходили замуж не по любви, а потому что так было нужно, так было правильно, вот. И, соответственно, что вы проигнорировали свои чувства. Ну, вот если вы свои чувства игнорируете, обычно так получается. Собственно, корень проблемы есть ваше отношение к правильному, если вот так это все, что такое правильно. Вот, ну да, вы можете, конечно, зажимать себя сколько угодно, можете требовать от себя, там, не знаю, не делать каких-то вещей, вот, вы можете требовать от себя не совершать каких-то действий. Вот, но желание у вас все равно, скорее всего, останутся. Желание, скорее всего, никуда не денется, и с ними нужно что-то делать. Потому что, как мне кажется, внутренне вы, вот, ну, как бы бунтуете, как будто вот на это внутренне вы бунтуете против вот такой правильной надстройки, что ли, которая имеет место быть у вас, понимаете? И, наверное, этот вот бунт, он и является проблемой основной, именно вот этот бунт сопротивления, которая вами чувствуется. Вот. Я думаю, что проблема заключается в этом. В основном проблема, я думаю, заключается в этом. Вы бунтуете, вы не осознаете этого. Не осознаете того, что, ну, того, что бунтуете. Просто-напросто. Вот, и, соответственно, вам нужно, на мой взгляд, помочь увидеть причины основания для бунта. Вот, на мой взгляд, вам нужно помочь с этим и, соответственно, когда, если вы это делаете, то ситуация уже будет, ну, как минимум, гораздо легче для вас. Это как минимум будет ситуация гораздо легче. Как максимум же вы будете лучше себя чувствовать, вы будете лучше понимать, чего вам хочется, что вам нужно и так далее. Вот. Такой вот момент. Ну, тут главным
я бы сказал, одним из главных факторов является чувство вины, которое имеет место быть у вас. То есть вот чувство вины вам мешает, вот. То есть обвинение именно, вот, что я не хочу там причинять боль, как вы говорите, не хочу причинять боль полу своему мужу, вот, и портить психику своему ребенку, говорите вы, ну, надо сказать, что несколько большей степени вы это делаете, когда, я бы сказал, ну, не испытывая чувств к мужу, например, ну, как бы проживаете с ним, вот, это такая, не менее, травмирующая история, вот, поэтому сложно, честно говоря, сказать, что лучше или хуже, вот, в этой конкретной ситуации, да, потому что, ну, по сути, вы пытаетесь обмануть, вы пытаетесь обмануть своего, как бы, мужа, вот, и ваш муж, он не может как бы этого не чувствовать, не может этого не ощущать, вот, что его обманывают, как бы, поэтому, на мой взгляд, вы тут, конечно, ну вот то, что вы пытаетесь делать, да, вот именно то, что вы пытаетесь сделать, это вы пытаетесь сохранить видимость, ну, видимость, просто видимость правильности. Видимо, правильно, что вы пытаетесь сохранить, но у вас, как бы, на мой взгляд, не получается это сделать, потому что чувства берут вверх. Вот. А от своих чувств вы, соответственно, бежите, вот, ну, по всей видимости, да, от своих чувств вы убегаете. Вот, и от своих чувств, вероятно всего, вы бежали, ну, в общем и целом, скорее всего, ну, наверное, со своей жизнью вы пытались сделать правильно. Вот, ну, если вы говорите, что хотите сделать все правильно, да, если вы говорите, что хотите как-то вот поступить правильно, вот, в этой ситуации, если вы говорите, что у вас воспитание правильное, хотя что такое правильное воспитание, да, по сути это дело, что такое правильное воспитание, вот, это, ну, воспитание, с которым согласны некоторые люди определенных взглядов, скажем так. Ну, это, как бы, на мой взгляд, ну, на мой взгляд, это не показатель того, что что-то правильно. Короче, вам нужно подвергнуть сомнению то, что вы считаете правильным, вот, сейчас, и потихонечку учиться, наверное, учиться думать своей головой, да, учиться самостоятельно определять, что
правильно у вас или нет, а правильно, правильно или нет, определяете вы сами потом соотношение того, что происходит с вашими ценностями, вот, и опытом, который, ну, который имеет место быть, понимаете? А вот, это... ну, один из, наверное, таких вот принципиальных аспектов ситуации, которую можно описать. А вот это то, что я мог бы вам сказать, это то, что я мог бы вам ответить. Ну как бы, что я мог бы вам ответить непосредственно на ваш вопрос, на ваш текст, который вы написали. Давайте подумаем, значит, что еще. Вот вы пишете, что есть симпатия к мужчине у вас. И что это за симпатия? Постарайтесь не сопротивляться ей, а наоборот раскрыть ей навстречу. Что она из себя, эта симпатия, представляет? На что она нацелена, на что она направлена? Вот. Вот вы говорите, что мы были бы вместе. Ну, имею в виду мужчину. Вы были бы вместе с мужчиной. Говорите бы. Что для вас самое, ну, самое важное и самое ценное? А в том, что вы могли бы быть с мужчиной. Чем для вас мужчина, которому вы испытываете чувства, отличается от мужчины, с которым вы живете вместе, который, ну, по факту ваш муж? Вот. Просто постарайтесь себе на этот вопрос ответить. Это очень важно. Вот. На мой взгляд, это очень важно. Для того, чтобы лучше понимать свои чувства. Для того, чтобы лучше понимать свои ощущения, для того, чтобы лучше понимать то, чего вам хочется. Сейчас вы не делаете каких-то вот, ну, каких-то действий в этом направлении. Сейчас вы не делаете каких-то именно движений в сторону того, чтобы себя понять. Понимаете, какая штука. Вот это то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить, исходя из того, что вы описываете, исходя из того, что вы, ну вот,
пишите в своем тексте. Значит, ну, не мешало бы, конечно. Не мешало бы разобраться в себе, вам, вне всякого сомнения, да, не мешало бы проконсультироваться, вот, ну, у специалиста не мешало бы проконсультироваться. А вот, не мешало бы заняться вот психотерапией, скажем, ну, скажем так. Ну, здесь, понятное дело, все зависит от вас, вот, то есть, понятное дело, хотите вы этого или нет, вот, хотите ли вы заниматься психотерапией или нет, но тут пока не очевидно для, ну, для, например, нас, а для меня, например, не очевидно, хотите вы этого или нет. Но я надеюсь, что вы для себя что-то решили. Конечно, отдельным пунктом какой-то степени идет момент, связанный с вашим мужем. Вот тут нужно тоже смотреть, насколько вы с ним искренне, насколько вы как бы хорошо к нему, насколько вы хорошо себя раскрываете с ним, именно себя, не относитесь к нему, а именно вот раскрываете, насколько вы хорошо раскрываетесь с ним, вот, насколько искренне вы себя чувствуете с ним. Вот, это очень важные аспекты ситуации. Вот. Значит, который вам нужно, значит, рассмотреть. Ну, вот. Наверное, как-то так. В целом, конечно, вы не оказались в этой, ну вот, в этой ситуации, в ситуации такой вот подвешенной, да, случайно. Вы не оказались в этой ситуации случайно, вы оказались в этой ситуации, на мой взгляд, совершенно закономерно. Вот, потому что так вы относитесь к себе, так вы относитесь к своим переживаниям, так вы относитесь к своим чувствам, вот, так вы относитесь к своим желанием, вот, если вы к ним относитесь так, то, ну, естественным образом это дает вот такой эффект, как правило. Вот. С этим уже ничего не поделать. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена, и вы найдете из нее выход, именно такой, который бы вас устроил на все 100%.